в предыдущей битве победил Ярий Клапа. Сегодня Санс против Эндермена. Ну же, давай покажи все, на что способен парень. Какой до жути страшный ты, как в тебя вообще играют. Мое имя Эндермен, я Майнкрафта представитель, а ты 8-битный ноунейм. Параша, в общем, так ведь, зритель? В Майнкрафт можно развиваться, там интересно. У вас лишь только нужно драться и куча ненужного текста. У кого идею со скелетами украли, а? Некрасиво, Андертейл. Вы не соперник для меня. У нас нужно уметь выживать, пропитание искать. Каждый, кто играл Майнкрафт, знает руды на оценку 5. Да он победы недостоин. Крипер, ну-ка давай вали. Фанаты Майна дружным строем Андертейла ставят позади. Ну здравствуй, длинный нищеброд. Если выберу атаковать, какой тогда будет исход? В Андертейл хотя бы хоть немножечко сюжета есть. Люди тупеют от вас, в их мозгах творится жесть. Давным-давно две расы правили землей. Вот начало истории классной. Что у вас совсем отстой? Руды знают, умоляю. Кому они нафиг нужны? Эндер с Майном проиграют. Мы поглумимся от души. Про Андертейл снимают фильм, вы прикиньте кубики. Во что ремонт продажи провалил? Завидовать нам будете. Все-таки я выбираю пощадить вас. Санс и Андертейл затащат. Выбор сделай ты сейчас. Ну все, напросились. Вы чё там раскудахтались, детские игрушки? Все давно уж знают, что ФНАФ из игр самый лучший. Длинный черный идиот и толстый дебильный скелет. Обе тупые игры, хуже вас на свете нет. Кто выиграл, решать тебе.